Друзья, всем привет! Вот и дождались. Приехали в Ярославскую область посмотреть заодно, что творится. Снег начал сходить, конечно, сейчас уже сильно, достаточно. Уже не по пояс. Уже не по пояс, да, уже по колено в лесу, а в полях пестами, местами. Но тает здорово, сильно достаточно. Плюс 2 он сейчас на градуснике. Завтра Пасха, поэтому с наступающей Пасхой всех поздравляю. Вот, сейчас приедем, сейчас, ну, понятно, что те места, куда хочется, пока еще мы туда рыпаться не будем. Вот. Поедем хотя бы чуть-чуть ломку снимать по-старым. Ну, то, что из этого выйдет, покажу. Так что смотрим. Пробивали дорогу сюда. Ну вот наши эти известные поля. Здесь и чешуя была, и все. О, проталины. Сейчас по ним будем лазучить. Пробивали, сейчас ехали. Даже лед внизу, мокрый-мокрый снег. Сейчас они собрались. Поле я что-то съезжать даже на ней не хочу. Потому что сейчас какой-нибудь нырнем, блин, и будем копать долго. Вот, сейчас попробуем. Да, погода. Вчера солнце светило, ехали. Сегодня опять снег пошел с какой-то пургой. Первый сигнал после затишья, после новогоднего. Пломбочка, смотрите, какая. Попробую снять. Скорее всего, империя. Посмотрите, герб такой прикольный. Не знаю, потом прочитаем. Посмотрим. Хорошо, что сюда на машине съездил. Съезжаем здесь постоянно, едем туда дальше. По поясу тут сейчас пролазит. Так. Так, сейчас прошли вот так кругом. Хотели залезть вон туда, на ту горку. Потому что там вот и чешую подымали, и все остальное вот туда. Вот там идет канава перед ней. Не, реально по колено, что ж пролезть мы там не смогли. Сейчас вернулись вот на эту поляну. Пока ничего интересного нет, вот креста в майках выскочил. К сожалению, сломан. Попробую туда вернуться, попробовать еще раз куда-то туда пролезть. Потому что здесь ходить есть, здесь находки были в том году. За ветер, ветер сильный, погода все такая хорошая. Да, дождь со снегом. Вот, так, друзья, лазим, пока ничего такого интересного нет. Люба туда вот за кусты убежала. Я вылетел, сейчас покажу. Ух, да, тяжко. Такая вот штуковинка, по-моему, это подвеска от иконы. Если я не прав, то поправьте. Скорее всего. Такая вот штучка. Блин, глубоко было. Сейчас закопаем ямочку. Идем, идем. Автобусики. Но нам все не почти. Вылезли оттуда, вон с низины, там, конечно, болото. И вот я говорил, вон там, вот тут канал идет. Уж попробуй по накату ее обойти. Посмотрим, выскочила Гирочка. У нас любит шуршить. А я знаю, где снега нет, там хрен копнешь. Дождь продолжается. О, тут было. Че это? Не знаю, что это. Кольцо. Кольцо. Кулечку. Понятно. Так. Первая монета. Полушечка, 1856 год, малюсенька. Все, вымокли. Едем сушиться. Господи, что там зареет? Не успеем. Толпы.
Едем, короче, сушиться. Завтра с утра продолжаем. Потому что все насквозь вымокли. Что-то нашли. Так, утро второго дня. Распогодилось, солнце светит. У нас уже не без эксцессов. Поехали на двухчасовой, думаю, там походим. Ну, все пока рядом с домом, потому что, ну, далеко, смысла нет. Так уж походить. Вдоль дороги ручей идет. Ну, короче, провалился я по самую жопу. Ездили переодеваться. Черпанул по полной в ручье там под сугробом. Приехали вот сюда на пятачок. Здесь побродим. Времени немного, часа три. И уезжаем в Москву. Готовиться к длинным поездкам. Погода хорошая, ветра нет, солнце светит. Вчерашний. Ну, вчера жопа была. Вымокли вчера, как эти все, под дождем. Итак, ходим. Как и говаривал, да, то есть вот выше мусор, ниже. Вон на те две березы. 1/2 копейки серебра. 1/2? Прикольно. А здесь начинаются иногда какие-то, да, сложные. Снег. Убитая, конечно. Но сейчас нам хорошо, мыть всякому рады. Ждем, пока вон там разборонят. Дорог дальше же уходила. Но по целине лазить никакого желания нет. Вот так. Итак, чешуя все-таки выскочила. Ибо она тут есть. Осталось стырить и принести. Непонятно, чья. Прикол в чем? Затрахался я ходить, все сигналы копать. Ну просто уже устал, надоел. Только что ж снимал. Давай покажу. Тут же все отсвечивает. Ну чья, непонятно, как обычно. Что ж ты такая быстрая-то? Понятно. Как включил ради прикола эту монету. Эту стандартную, траковскую эту программу. Господи, язык-то заговаривается. Я не думал, что чешуя будет на ней может выскочить. Выскочил. Вообще не ожидал. Но с поверхности, естественно, глубину он, конечно же, теряет на ней. Экспериментируем. Так, монитос сегодня нечастый. Ага, за 2 дня первый. Да, что-то ты себе... Копейка, Николаевская. Николаевская. Ой, давай, покажи. Убита, естественно, здесь медь вся убита. Ну да ладно. Только такой начали. Глубины, блин. Второй, да, ямка такая. Второй раз сезон открываем. Повторное открытие сезона. Ага. Походу, да. Посмотрим. Как тарзанка, что ли, какая. Ладно, по доброй традиции снимаем те немногие находки, которые наковыряли. За 2 небольшие вылазки за 2 дня. Вчера мокро, сегодня тяжело с непривычки. Поехали. Монет вообще немного. Это пломба. Пломба, да, пломба интересная. Сама. Это, но она не мокрая. Еще одна пломба вот такого размера, гипер. Что-то там нарисовано. Как? Будем потом отмывать. Лирики. Креста, да, вообще не много. Подвес от иконки. Ну и чешуя. Ладно, только начали. И чешуйка. Чешуйка. Она и так грязная. Итак, прощаемся. Следующие включения, скорее всего, будут уже нашего ближайшего путешествия. Все, до скорых встреч, всем пока.